Страшное ДТП в промзоне на юго-западе Владимира. Сегодня днем там столкнулись автомобиль «Митсубиси» и грузовая «Газель». После лобового столкновения легковушка восстановлению не подлежит, да и у «Газели» очень серьезные повреждения. Причиной ДТП стал водитель «Митсубиси». Как сообщают в ГИБДД, он был в состоянии алкогольного опьянения и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали 4 человека. «Митсубиси» покорежило настолько, что самостоятельно выбраться оттуда было невозможно. Спасателям пришлось проводить деблокировку с помощью гидравлических ножниц. Пассажира легковушки спасти так и не удалось. От полученных травм он скончался на месте происшествия.